данный момент времени я уже могу сказать о том, что мы предварительно начали обсуждать технологическую часть, как раз передать патрульной полиции возможность в онлайне работать с системой. Поскольку действительно криминальная полиция больше работает с архивами, они отсматривают камеры, они просматривают архивы, они смотрят подходы, отходы и так далее. Оперативная полиция больше работает с живой картинкой, чем с записями. То есть как раз вот по поводу передачи онлайна идет, сейчас идет речь. Но решить вопрос мгновенно, технологически, даже при поддержке операторов связи, которые достаточно много сделали для данного проекта, все равно мгновенно не получается. Потому что все равно кого-то надо посадить, кто будет смотреть. Нельзя снять девочку с 102, которая принимает звонки, посадить ее на камеры. Потому что иначе она не сможет принять звонки.